Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше работать с автомобилем Хорьх. В предыдущей серии вы видели, что я сделал декали. Нанес глянцевый лак. Лак высох. Дал хорошо просохнуть ему. Около 2 суток не трогал модель. Чем лучше лак высохнет, тем лучше для вас и для модели. И теперь буду делать смывку и показывать, как она делается и наносится. Для этого я использую тонкую кисточку 2.0 и буду использовать смывку с набора Amamic. Набор хоть и предназначен для пустынной техники, но смывка подойдет и для этого камуфляжа. Такая смывочка темная. Хорошо перемешиваем. В нее предварительно закинул 2 шарика от страйкбола, чтобы лучше перемешивался сам пигмент. Хорошо взмешиваем и начинаем наносить смывку. Но когда вы делаете смывку, нужно постоянно помешивать ее, потому что пигмент усаживается, и тогда уже не так контрастно ее видно. Вот буквально легкое касание, и смывка разбегается по впадинам, швам. Вот так. Если вдруг нанесете что-то лишнее, то не волнуйтесь. Всегда можно убрать при помощи ватной палочки и лайт-спирита лишнее. Сейчас перейдем в ускоренный режим и будем наносить дальше смывку.
Дал подсохнуть где-то минут 20 и ватной палочкой убираю излишки. Аккуратно, не спеша, где вы считаете нужным убрать. Сильно тереть не надо, чтобы аккуратно прикладываете. Вот так. И проходите по швам сверху, где попадало. Подравнивайте, чтобы линии были четкие, красивые. Может понадобиться несколько палочек. Вот убрал излишки. Потом еще посмотрю внимательней. Ну и потом надо еще дать подсохнуть после того, как излишки уберете. И когда уже масло хорошо высохнет, тогда модель покрывается полуматовым лаком. И на полуматовый лак наносятся масляные точки. Масляные точки покажу вам уже в следующей серии. Кому интересно, продолжайте следить за выходом следующей серии. Она будет скоро.
затягивать я не буду. Смывки здесь немного, высохнет она быстро. Поэтому видео выйдет очень быстро. Закончил удалять излишки. Пусть еще немного автомобиль просохнет. Потом посмотрю. Может быть, где-то еще ватной палочкой придется подтереть, чтобы не было сильно лишних пятен. И будем уже в следующей серии делать масляные точки. Спасибо, друзья, что смотрите, что комментируете. Спасибо тем, кто ставит лайки. Всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч!